Вот тузик, а паразит. Я вот честно даже не знаю, что говорить. Вышла с телефоном снять. Что сказать вам всем, не знаю. Еду покупать собакам не на что. Вот сегодня каша была у них, вот эта вот кастрюля 20 литров. И мясо досталось только старикам и щенку. Вообще у нас сейчас идет стройка. Мне вообще просто некуда, честно, головы даже поднять. Понятно, что я у строителей на побегушках. Напомнить хочу, те, кто не знает, что ремонт делаем в комнате, где собаки живут. Плюс... Так, а ну-ка! Петя! Нет, вот что за гад, а? Плюс ограждение у кошек. Об этом я вообще просто молчу, потому что это больная тема для меня. От кошек для соседей еще больше бед и проблем, потому что они лазят на чужие участки, естественно, там копают грядки. Я уже, если честно, устала откупаться. Если ты сейчас на меня прыгнешь, уйди, сказала. Вот. Поэтому, в общем, закрываю собой все фронта, какие могу. Поэтому даже вот нет времени, чтобы написать и что-то сказать по поводу еды. Это вот единственное, что я прошу у вас, это помочь с едой. Это курятину мы покупаем, либо корма Сириус. Вот придется, наверное, просить, чтобы еще щебенки у нас сегодня строители хотя бы пару мешков прикупили. Видите, что? Вот вчера все было здесь хорошо и замечательно. Чистая щебенка была, как везде. Вот за ночь перерыли. Чего они там искали? Непонятно. Ну, возможно, крысу какую-нибудь. Приют. Это каждый день какие-то траты.